Доброе утро. В магазин нужно заехать и мне гладилку купить и емкость такую, чтоб, ну, для под покраску. Здороваюсь. Искупалась утром. Сейчас пойдем делать укладку. Пойдем. Сейчас пойду сделаю укладку и мне нужно сегодня поехать добелить, докрасить. Я сегодня опять буду маляр штукатур. Сегодня побелим. И все. И гладильную доску мне нужно купить. И еще нужно веник с совком такой купить. И все. Вот сегодня, на сегодня это мой фронт работы. Обед готовить не надо. Хорошо, когда не надо обед готовить. Такое впечатление, что весь день свободный. На фоне Алисочкиных цветов. Такой букет красивый. Белый, розовый. Мне уже нужно голову красить. Ногти сегодня буду делать. Какой цвет я сегодня буду делать на ногтей? Кто отгадает? Марьяна, пиши в комментариях. Ты точно отгадаешь. Я еще сегодня не пила кофе. Или кофе попить. Не, хочу пойти сделать волосы в порядок привести, а потом уже прийти и насладиться кофе. Все, пошлите. Что-то так у меня... Вроде как порядок, да, на голове? Вроде как и не хочется ничего делать. Не хочу быть кудрявой. Сейчас выберу. Или хвост их собрать. Не знаю, что делать. Честно говоря, что-то лень мне укладку делать. Сейчас просто пойду на квартиру работать. Не знаю. Может, пойти кофе попить? Волосы собрать? А, не, мне еще сегодня на ногти. Я ж не пойду в таком виде на ногти. Не, все-таки надо сделать порядок на голове. Ну, не знаю, что-то у меня и каскада особо не видно. Рамка. Не, не рамка. Как сейчас эта стрижка называется? Каре. У меня опять каре. Мне кажется, пока я себе каскад сама не выстригу, мне его никто не выстрижет. Сейчас уложимся, выпьем кофе и поедем вместе выбирать гладилку. У нас тут в соседнем магазине есть гладилка, но 2300 мне показалось что-то дороговато. Где-то я видела за 1500, что ли. Или мне так уже кажется. 2300. Не, за хорошую гладилку, конечно, это совсем, может быть, и недорого. Я знаю, что гладилки и по 7, и по 8 тысяч есть, но мне нужна такая, попроще. У нас с утра опять жара. Время 10 часов. У нас уже 20 градусов. Не, ну каскад, если только чуть-чуть есть. Ну, не знаю, если честно, мне больше нравится, когда я себе каскад выстригаю. Все, ладно. Теребить волосы не будем. Идем варить кофе. Вчера запачкала свои кроссовки. Новые белила. Но сегодня добелить надо уже, потом брошу их, постираю. Ладно, это такое кофе. Мадама у нас погуляла. Сейчас ее нужно покормить, напоить, и она спать пойдет. Да, Мар? Загорела уже так. Сейчас, минуточку. Давай, я тебе водички поменяла. Давай, глупая. Не хочет, два зернышка взяла и все. Сейчас пойдет, на диван ляжет. Ты куда, мадам? Не, она гулять пошла. Ну, она спать пойдет. И челка мне не нравится. С утра ж надо чуть-чуть по это повыступать.
Я хочу опять пойти перестричься. Или сама перестригусь, или не знаю, что буду делать, или опять закалывать. Не знаю. Ладно, кофе. И поехали по делам. Так. Алитки пуговицу сейчас зашью быстренько. Ну, хотела сегодня одеть. А тете некогда зашить. Тетя билет красит. Уже, наверное, неделю ребенок просит, тетя, зашей пуговицу. Ей некогда, они сами могут и шить, и все что угодно могут сами делать, но учится. У нее сейчас зачетная неделя, поэтому это должна сделать тетя. А я до 29-го, если честно, сама занята. Муха залетела. Вертолет залетел. Ужас какой. Ненавижу, когда мухи дома. Ненавижу. Так. И кофе надо попить. Пуговицу зашить. И муху выгнать. Большинство. Думаю, нужно зашить, когда дневной свет есть. Мне, наверное, уже нужно пойти линзы заказать. Как бы я не выпендривалась, уже ничего не вижу. Мама говорит, как ты ездишь, если ты ничего не видишь? Силуэт вижу, мне достаточно. Опять пришла. Погуляешь, придешь, 2-3 зернышка возьмешь, да? Погуляешь, опять придешь, 2-3 зернышка возьмешь. Иди спи, твое время уже спать, Мара. Творога нет. Завтрак будет просто кофе с бананом. Хотела яйца свои, передумала. Думаю, может, с собой футболку взять, чтобы переодеться, а туда на маникюр пойти. Маникюр, наверное, сделаю какой-нибудь бежевый. Хочу такие ногти, чтобы их видно не было. Что-то мне уже не красное, не белое, ничего не хочется. Самое главное, резинку не забудь взять. Так. Купила я себе, чтобы краску сюда разливать, не кисточкой красить, а вот этой вот щеточкой. Что еще купила? Белизну. Белизну все чисто вымыла. А где моя губка? А, вот и губка. И купила еще гладильную доску. Так. Вот такую купила. Уже занесла на балкон. Ах ты, я забыла купить веник совком. Веник вот этот нужно отсюда убрать, а веник совком такой купить. Ну ладно, это уже в следующий раз. Помыла стекла. Кто молодец, я молодец. Но это я еще в прошлый раз все сделала. Еще мне нужно было кое-что забить. Купила гвозди. Посмотрите мне, какие гвозди продали. Я говорю, а что они ржавые? Она говорит, а у нас других нет. Мне нужно вот эту забить фигню. Так, что мы делаем? Мы кладем гвоздик. Нашла вот такую фигню. Думаю, я справлюсь. Сейчас или мебель поломаю, или гвоздь забью. Одну из двух. Не то у меня получается, что-то.
как вам показать. Эту волну тоже нужно прибить. А, и вот тут еще нужно помыть все. Все, набила шляпки. Одна проблема решена. Так, мне сейчас нужно еще вот тут второй раз пройти, а то тут разводы остались. И дальше вот эту стенку покрасить. Если сил хватит, потолок покрашу. Сил, краски, если хватит, у меня вон полная, сколько там, 5 литров, я думаю. Заказала кофе. Сейчас 5 минуточек, кофе будет готово, и я на ногти. Небо какое красивое, да? У нас жара. У нас эту неделю прям печет. 29-27. Бургер какой-то. Мы в квартире все закончили. Не знаю, не поснимала, что я устала сильно. Приехали дома, перекусили на ногти. Ногти у меня уже в таком состоянии. Ну все, на этом буду прощаться. Большое спасибо, что были и этот влог со мной. Спасибо большое за лайки, за подписки. Отдельное спасибо за комменты. Увидимся завтра. Да, не холодно. Хочу показать. Посмотрите, какой тюльпан. Необыкновенный. Как бы показать? Сейчас, минутку. Мара, подожди, Мар. Посмотрите, какой. Как-то он раскрывается по-необычному. С этой стороны сейчас покажу. Как-то странно, да? Вот эти три вместе, а эти в оттопырьку. Итак, готовимся. В субботу у нас день рождения Любимкина будем отмечать. Красота. Все, теперь точно. Всем спокойной ночи. Увидимся завтра.